Привет! В этом уроке я покажу, как правильно пользоваться аниматором. Для того, чтобы перейти в аниматор, нажмите на вот эту кнопку. Она переключает между моделями и анимациями. Или создайте новый файл, новая анимация. Далее нужно перетащить вашу модель в окошко Timeline. Если у вас отключено это окно, зайдите в Windows и поставьте галочку напротив Timeline. Затем перенесите это окно, как это сделано у меня. Я помещаю модель посередине сцены. Это просто для вас визуальное отображение, чтобы вам было удобно работать. Слева вы видите список ваших параметров, с которыми мы работали в прошлом уроке. В самом начале анимации нужно выставить базовые значения. Я выставляю точки в середине. В начале анимации у меня будут открытые глазки, поэтому я ставлю параметры на позиции, где глаза открыты. Здесь также есть закладка Parts Visibility. В ней вы видите список папок вашего PSD-файла. В них можно отключать различные папки, которые содержат слои, которые вы не хотите видеть в данной анимации. Можно прописать Opacity вручную 0 или передвинуть ползунок при помощи стрелочки, если наведете на цифру. Opacity может быть как 0, так и 100, так и любое значение между этими двумя числами. Желтая полоска – это длина вашей анимации. Здесь аналогично любому видеоредактору. Вы можете ее передвигать и изменять так, как вам хочется. Фиолетовая и зеленая полоска отвечают за отображение вашей модели. Как только она заканчивается, модель перестает отображаться, поэтому ее нужно подвинуть до самого конца. Сейчас я начинаю делать анимацию, выставлять значения, которые будут изменяться со временем. Если вы хотите сделать зацикленную анимацию, чтобы она бесконечно воспроизводилась, то с чего вы начали вашу анимацию, те же точки должны стоять и в самом конце. Тут у меня есть папка Water. В данной анимации я не хочу, чтобы этот слой у меня отображался, поэтому я выставила значение 0. Точно так же на полоске времени можно устанавливать различные точки с различными значением opacity. Но я не знаю, как сделать, чтобы они плавно переходили одна в другую. Я знаю, что здесь можно сделать только вручную. То есть пишите точка 0, дальше точка 20%, допустим, потом 50% и так далее. Если вы знаете, как сделать это автоматически, то напишите, пожалуйста, в комментариях. В принципе, того же самого эффекта появления и исчезания текстуры можно добиться и при помощи параметра. Точки на линии времени можно копировать, удалять, вставлять. Можно выделить несколько точек, удалить, скопировать или же
подвинуть их просто. Для этого выделите нужную точку и нажмите Delete, если хотите ее удалить. Ctrl-C, если хотите скопировать. Ctrl-V, если хотите вставить. Или же также выделите точку или несколько. Зачем нажмите PKM, и там откроется список действий тех же самых. Также здесь можно отменять и повторять действия, так же как и в аниматоре. Ctrl-Z, Ctrl-Y. Под оранжевой полосочкой есть фиолетовая полоска, и на ней вы видите тоже такие как бы точки. Их тоже можно двигать. Они как бы отвечают за весь ряд точек, которые у вас на данной секунде установлены. То есть, если вы ее подвинете, подвинете сразу весь ряд, который вы там сделали. Сейчас движения моей модели выглядят немножко топорно и неестественно. Конечно, чтобы ваша анимация получилась плавной и естественной, нужно над ней немножко поработать. Сейчас покажу несколько анимаций, которые у меня в итоге получились. Эти анимации я делала для своей игры для мобильных телефонов, которая скоро выходит. Если вы хотите узнать, как импортировать данные анимации и модели в Unity, если вам нужно для какой-то гейм-разработки, об этом будет следующий урок. Там нет ничего сложного, но есть свои нюансы. Также эти анимации вы можете просто сделать из них гифки и выложить в сеть. Чтобы сделать гифку, зайдите в файл Export Image GIF Animation. Потом эту гифку можно открыть в Photoshop, обрезать ее, добавить туда свою подпись. Еще у программы есть модель Viewer. Туда можно перенести вашу модельку и просто посмотреть, как она работает. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк или даже подпишитесь на канал. Пока!